Мне доброе утро, а вам уже как есть. Но все равно желаем всего самого наилучшего. Еду я на Сиэтл опять сейчас. Груз забирается чем побыстрее. И доставка прямая назад домой мне прям на спаке. Не знаю, двое чего-то 54 паунда. Не знаю ни размеров, не знаю ничего. Но захотели вен, мы им предоставляем вен. Тем более самый длинный. Так что, если уже в этот не влезет, значит им вен не нужен. Значит что-то другое. Ну, мы сделаем все то, что как надо. Погода сегодня вообще чудесная на улице. Вообще красота, смотрите. Классно. Не было у меня времени еще окна затемнить боковые. Но я думаю, наверное, на эти выходные, или может быть завтра, я сдам его соседу. У меня вообще-то сосед делает это все. Ну, как сосед. Четверть мили от моего дома там живет человек, который уже мне много раз делал, много машин делал. Другим людям делал много машин, кого я знаю. Так что он делает очень дешево и... Ну, качество у него на его цену нормальное. Он делает вот эти вот двое боковых окон, он мне делал по $60. Ну, не за каждое, $60 за два окна. Прикиньте, так что это очень суперская цена. Потому что другие все будут 120 и выше. Такие сейчас цены. Так что уже нужно затемнить. А то я еду, видите, рука моя загорает. Я уже буду смотреться как... Настоящий дальнобойщик скоро. Статус поднимается. Животик растет. Здесь загар. И потихоньку набирается статус и стаж дальнобойщика. Что вам еще объяснить? Вчера поставил хитер. Типа китайский вопастов. Так что вчера его установил. Работает все. Классно уже будет, мерзнуть не буду. На прошлом грузе я немножко померз. Ну как померз, я не привык нагреваться так сильно. Не то, что я прям смерз, и так было мне уже холодно ночью. Не так было, потому что укрываться нужно было, я укрытый был. Но, знаете, когда оно, тепло есть у тебя, то спать в трусах и все, это самое крутое. Потому что я люблю не накрываться, ничего. Когда я сам еду, я сплю только в трусах, все, и не накрываешь ничего, только в трусах. Ставлю себе на 70 примерно, и все. Такая температура у меня держится, и я сплю без одеяла, без накрытия, без ничего. Так что вот так вот. Тем более там вент у меня есть, худое, чтобы уходило, если что, если сильно жарко. Купил на 5000 киловатт. Я вообще-то не хотел на 5. Я хотел на 4 найти. Но взял на 5, потому что на 4 не было, и он дороже, чем на 5000 киловатт, так что пускай на 5, мне какая разница. У меня в прошлом стоял на 5000 киловатт, и я даже не инсулировал ничего, не утеплял автобус вообще никак, и у меня было нормально, я был в самой худшей по Фаренгейту. По Фаренгейту было минус 26, что ли. Что же оно было? В общем, какая-то смешная температура была. Это был Биллингс, Монтана. Было очень холодно. Я даже не хотел глушить того серебряного. Так что, да, было минус... Не хочу врать. Было очень холодно, в общем. Такого холода у нас, с таким холодом у нас редкость. Или минус 12-17, или минус 26. Но по Фаренгейту, не по Цельсию. А по Фаренгейту это будет хороший мороз. Как нормально. Но я-то его врубал на всю, ребята. Он у меня колбасил на всю. На всю колбасил. Ну ничего, не смерзли, нормально было. С женой мы как раз тогда ехали.
А когда он, ну, утепленный, так как я утеплил его, то проблем вообще не будет. Я не вижу никаких проблем. Будет нормально. Тем более я же не живу в автобусе. Кое-когда, когда-нибудь поехать там туда-сюда, с меня будет вполне хватать. Ладно, газуем. Мне очень интересно посмотреть, что за груз. Что я знаю про него, что я знаю, это чья-то ошибка. Им доставили его по ошибке. И эту ошибку я должен вернуть обратно на спакет сюда. Не знаю, как это ошибка, что за ошибка, но так сказали, так будем делать. Все, не переключайтесь. Покажу вам, что за ошибка и все остальное. Плохо удочку не взял, но хотя у меня и нету на удочку времени, честно сказать. Я бы там бы позакидал бы минут 20, полчаса, но не взял. Не взял. Ланчбрейк же все равно нужно брать. Хотя у меня сегодня, ну, у сына день рождения, так что не сильно хочется много и времени терять. А тем более, ну, все равно даже приеду часов 9 назад, если все нормально. Пока я вернусь домой, будет уже 9-10, вот так вот. Какой рейс без заправки, в общем, это одна из самых дешевых, можно сказать, самая дешевая тоже здесь вариант в Вашингтоне. По пути в Сиэтл, в общем, вот цена 3.40, ребята, за баллон, соляр.
ребята, хотите силушки богатырской? Вот я на вашем месте бы принимал бы вот такую штуку, называется Бэнг! Вот так вот. В общем, без сахара, работает классно, приятно на вкус, они разные там есть. Не знаю, начал в последнее время вот такое вот пить. Red Bull пил, как-то уже или надоело, или приелось за все годы свои, так что уже этот Red Bull я пью, не знаю, 20 лет больше. Почти 30, какие 20? Почти 30 лет одно и то самое уже. Вот вышла новая штука без сахара и нормальная, крэша нет по моему опыту. Так, вот сидят, за нами уже следят, ребята, смотрите. Нужно так держать руль, чтобы он не увидел, что я, блин, я же у меня руль. Сигнал-то нету. Застёгнут. Понятно. Так. Если он с биноклем сейчас будет у нас как-то не привык, смотрите, окна не затемненные, я здесь должен вот так вот напрягаться ваш. Неприятно самому. Ай-яй. В общем, уже и фигню эту не нужно пить. Прошло. Сон прошел, увидел так мента, быстренько сердечко захлопало, что там 150 или 200 баксов сейчас нагреет. Ну, вроде не мчится за нами. Вроде не мчится, значит все нормально. Так что пейте вот, силушка богатырская будет у вас. Я вот когда стеклышки мыл, скажу вам одно. Мыл стеклышки, нажимаю этой ерундой, палочкой на стекло и чувствую, как машина едет туда-сюда, 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 вот так вот. Так что, наверное, помогает, добавляет силушки.
You guys don't have any? Well, you said if it's shipped to us, it's not supposed to ship to us, it's good to go. Okay. I'll figure it out. I'll get something along the way, maybe. Вот он мой груз, не знаю, что-то написано здесь. Fragile, типа. Может быть что-то непонятное, не знаю. Может быть уже повреждено, видите? Здесь вот ерунда какая-то. В общем, это он, это тот груз. Handle with care. Два писа. Все. Вот оно. Че, едем домой? Доставка у меня на утро, на 7 утра назначена. Я там разузнал, а то я думал прямая, потом разузнал на 7 утра. Так что будем всем как огурчик на доставочке. Осталось мне 100 миль, полтора часа ехать домой и все. Ночуем дома, а завтра уже выгрузка. Такие вот, ребята, делишки. Дождик здесь тоже, видите, намечается. Нормально, пускай поливает везде все. А вот я специально прикупил себе контейнер новый. Угадайте, для чего. С добрым утром вас, ребята. Проснулся я уже давно, еще до 5. Без 25 я проснулся. Уже там люди выгружались. Такие вот дела. Потом не заснул, а потом уже там тот выгружается, то тому адрес поменяли, то тому уже не знают, или будет доставка, или не будет. В общем, ну, как обычно, веселое утро. У нас, видите, ну, на камере оно то светлее почему-то. А на самом деле 6:45 сейчас, и на самом деле то темновато еще на улице. А вот я был в Сиэтле, то там вообще почти на час позже светлее, чем у нас. Так что интересные дела происходят. Там несчастные 270 миль, 300 миль почти. И вот такая разница. Ну ничего. Я вчера там им звонил. Они, да, сказали, на 7 утра у тебя там то все. Я думаю, хорошо. На 7 так на 7. Тогда у меня еще день свободный.
нужно еще масло купить, поменять в этом спринтере. Я-то не менял, а не знаю, индус или поменял до меня, или не поменял, как оно было у него, что там было, не, даже не представляю. Или просто взял, да, типа историю почистил, что типа отметил, что поменял, а на самом деле не менял, но хочу масло еще поменять в машине. А то у меня там рейс намечается. На понедельник будет идти с Сиэтла и на Каллиспан, на Монтану. И по ходу дела они, наверное, будут его давать нам каждую неделю, в тот же самый день, наверное, каждый понедельник забирать, и потом вторник утром доставка. Но забирать аж в 5 часов вечера, и нужно это пилить там, я не знаю, точно не помню, сколько там миль получается. 600 с лишним миль, ну, будет прямая нас. Утром доставка, но пока туда доедешь ночью, то считай, целую ночь, каждую ночь нужно будет пилить. Такие дела. Hey, how you doing? All right. I got 2 boxes for you guys. Delivered to Seattle by mistake or whatnot. Okay. Had damage on him. They noted it on here. Okay. So I'm not sure what's going on inside, but it's what it looks like outside. Yeah. I'm gonna, if you got time, I'm gonna check it out right quick. Yeah, that's fine. Yeah. That way you can make a note on it too. You gotta check these corners over here. This was where the where that damage was. Yeah, I was about what is this, a countertop? Oh, it looks like a whiteboard. Must be some special whiteboard. Oh, it's good then. Hopefully. For that money, it better be like transferring everything to people's laptops too when they ride on it. Some golden whiteboards. Awesome. Ребята, конец связи. Все сделано, как должно было быть. Не нашел он ничего, никакого дэмэджа, так что все нормально, хоть коробка была порванная, но все нормально. Он все две открыл, не нашел никакого дэмэджа не нашел, ничего не было. Так что все классно. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал, в общем, все, что нужно. Вы знаете, что делать. Если хотите работать с Eagle Express, я в описании внизу, там, оставлю имейл-адрес.
Напишите имейл, вышлем application. Будем вас брать на работу. Все, счастливо, с Богом.